кратчайшие сроки найти квартиру. Двушечку, 50 евро, да? До 50. До 50 евро. Задача была выполнена, мы нашли, проверили. Вот. До этого нашли другую квартиру. Получилось так, что дом не очень в хорошем состоянии был. Вот. Ну, пару слов о моей работе. Так, хочу отдельно поблагодарить Михаила за проявленные профессиональные качества в поиске квартиры и документальное юридическое сопровождение сделки, потому что вопросов возникало очень много, в том числе и по квартирам, которые мы смотрели ранее, и по этой квартире. Вот. Но благодаря, опять же, профессиональной компетенции Михаила и сотрудников компании Lendl, все прошло четко, все прошло без каких-то эксцессов и на высочайшем уровне. На данный момент, сегодня 23 декабря 2017 года, мы подписали с бывшими собственниками акт приема и передачи квартиры и уже являемся полноценными собственниками данной квартиры. Квартира досталась в хорошем состоянии, ну, что свидетельствует, грубо говоря, мебель, ремонт. Посмотреть в этом видео. Спасибо, Михаил. Надеюсь, через год, два, три еще раз к вам обращусь. Ну, у нас уже есть ваша квартира, да. Нам еще надо продать мою квартиру, которую надо реализовать. Обращайтесь за помощью в реализации поиска подбора квартир к сотруднику компании Lendl Михаилу. Расскажи свои ощущения на передаче квартиры. Как мне показалось, реально клиенту понравилось, да? Да. Какие сложности вообще были? Ну, сложности были, во-первых, первую квартиру, которую мы выбрали, она находилась в Новоивановском, это поселок Можайское шоссе. Вот сделали, внесли аванс, вот, а оказалось, что дом в аварийном состоянии. Поэтому пришлось быстро переориентироваться, в кратчайшие сроки найти вот эту квартиру, поторговаться. Оставить холодильник, который ни в какую не хотели отдавать, потому что он достаточно дорогой, там 1100 стоит. Вот. Ну и, в общем-то, осталось... Обе стороны остались довольны. Да, оставалась проверка той квартиры. Собственник бывший, зеркально чистый, как ангел. Обращайтесь ко мне за помощью. Меня зовут Волобуев Михаил, эксперт по недвижимости агентства Lendl.